Начну новость со страшной аварии. Сегодня днем в микрорайоне Любимов бетономешалка насмерть сбила подростка. Все произошло рядом со вторым домом на улице Строителей. По словам родственников, 13-летняя девочка каталась на велосипеде с подругой, но почему-то они разделились. Пока приятельница ехала по другой дороге, она решила прокатиться мимо ворот со стройки по велосипедной дорожке. В этом месте, замечу, установлен знак «Жилая зона». На беду, в этот самый момент со стройплощадки выезжала бетономешалка. Из неофициальных источников нам сообщили, что водитель спецмашины поехал с территории стройки, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на подростка. Многотонная машина, совершив наезд, оставила тело ребенка позади, а велосипед, наоборот, протащила вперед, подмяв под себя двухколесного. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и полиции. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Родственники в слезах рассказали нам о том, какой доброй и отзывчивой была их девочка. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования семье погибшего ребенка.